Cześć! Dziś ja przyjechałam tutaj po to, żeby pokazać w tym momencie, jak odbywają się u nas w Moskwie imprezy. Właśnie w jaki sposób i w jakim miejscu. Także możecie teraz zobaczyć, że mamy imprezy na otwartym powietrzu, tak obchodzi się co lato na nabrzeżu rzeki Moskwy, z przepiękną muzyką, z radością życia. Także sugeruję, przyjeżdżajcie do nas i korzystajcie z tej okazji być szczęśliwym po prostu tutaj, w Moskwie. I don't know what's going on with my baby, can I not make it better? She doesn't want to talk to me. She left in early morning without reasons. Seemed to have me una cartita or a clue where she might be at. I don't think that I deserve what you have done. I don't sleep and I don't eat esperando for your love. ¿Cuándo volverás? When will you come back? Ay, dime, mami, ¿a dónde tú estarás? When will you come back? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, ¿a dónde andarás? Tell me why, ¿me haces esto, mujer? If I always loved you, ven y vuelve otra vez. Tell me why, ¿me haces esto, mujer? If I always loved you, ven y vuelve otra vez. Let me find out. В принципе, уже это второе лето, когда я прихожу в Парк Горького на опены. Здорово. Что тебе больше нравится, сальса, бачата или как ты первый раз танцуешь? Как на самом деле все зависит от настроения, твоего внутреннего состояния, музыки. Прошлое лето я больше танцевала сальсу. В это лето как-то я в карантине окунулась в бачату, в онлайн-занятия, поэтому сегодня у меня такое вечер такое, да, настроение. Бачатное настроение. Класс, нравится тебе здесь? Да, здесь очень здорово, очень классно, что такое количество людей, оно объединяется танцем. Здорово, ну ладно, удачи тебе. Спасибо, хорошего вечера. Тебе тоже. Спасибо. Don't
зовут? Жанна. Жанна, о, классно, ты живешь в Москве? Да, в Москве. Что тебя вообще сюда привело, столько народа? Давно это танцуешь? Моя, да, большая страсть, это сальса. Музыка кубинская, бачата, все это все вместе. Поэтому я здесь сегодня, потому что мне нравится танцевать. Как и давно тебе? Ты этим болеешь? Я думаю, лет 5 точно. Лет 5? Круто, да. Круто. А ты? Ты знаешь, я переболела лет 7 назад, наверное, пытаюсь восстановить свою болезнь, но получается с трудом. Это все музыка. Музыка и хорошие партнеры.